Всем привет, с вами Арсений. Вот небольшой видеообзорчик столика номер 24 для лодки ПВХ. Столик был сделан по просьбе одного из рыбаков. Вот. У него размер и ширина 30, здесь получается 22 сантиметра. Вот. Небольшая откидная столешница 18 сантиметров. Вот. Здесь у нас по просьбе клиента было сделано трубки под лицо, за подлицо, чтобы не мешали там. Здесь у нас устанавливается съемная панель для эхолота 12 на 12. Вот. Установлен газлифт короткий на 120. Вот. В нижний отсек у нас ширина получается 17,5 сантиметров, и бортик дальний и ближний, вот, чтобы сюда можно было поместить аккумулятор. Вот, столик достаточно получился миниатюрный. Здесь у нас по низу ширина всего 7 сантиметров. Ну, вместе со столешницей с этого около 10 получается, потому что бортики у нас 3 сантиметра высотой. Вот. Немножко грязный столик, потому что уже успел упасть в грязь. Блин, 2 месяца льет дождь. Вот такой вот у нас столик номер 24. Вот. Могу сказать, что столик сделан у нас из расчета для установки на разные лодки по диаметру баллона. Здесь у нас 41 диаметр баллона, поэтому столик немножко стоит неровно. Немножко ему не хватает подъема. Но в следующем видео я покажу, как на небольших диаметрах. Тут 41 диаметр, как на небольших диаметрах исправить этот момент. На лодках большего диаметра этого уже не будет. Допустим, 45 диаметр столик будет вставать, уже должен вставать идеально. Вот. Надеюсь, следующее видео отсниму специально на лодке с большим диаметром. И также покажу, как избавиться, как поправить ситуацию вот с небольшим наклоном. Поэтому подписывайтесь на наш канал, не пропустите следующее видео. Вот. Рекомендую.